сказке знаменитого Евгения Шварца «Дракон» мастер сокрушается о том, но не он мастер, а у него там мастер был, сокрушается о том, что никогда не узнает, идет Ланселоту его изделие или нет. То есть мастер изготовил какое-то изделие, и он никогда не узнает, идет оно Ланселоту или нет. Назовите это изделие. Время. Держи.